Внимание, дети! В Татарстане стартовала профилактическая акция, направленная на предупреждение детского дорожного травматизма и на знание детьми правил поведения на дорогах. По статистике, треть всех ДТП с участием детей происходит именно в летние месяцы. Так, прошлым летом в Татарстане погибло 10 детей. А в Автограде за 4 месяца этого года уже зарегистрировано 20 дорожных происшествий, в которых 24 ребенка получили травмы. В первой половине мая в городе Набережной Челны зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых 10 детей получили травмы. Чаще всего дети попадают в дорожно-транспортные происшествия в качестве пешеходов. Также были факты наездов транспортными средствами на несовершеннолетних велосипедистов и детей, катавшихся на самокатах. В рамках акции «Внимание, дети!» с 20 мая по 2 июня автоинспекция возьмет на контроль способы перевозки детей в автомобилях, проверит нарушения ПДД водителями на зебрах, а также состояние подъездных путей к образовательным учреждениям. Для самых юных участников дорожного движения состоятся викторины и конкурсы в оздоровительных лагерях.